Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство, и мы сегодня будем продолжать играть в игру Красный Шарик, а точнее Red Ball 4. Будем проходить. Так, мы дошли до 16 уровня и оказались в дремучем лесу. Ну что ж, давайте немножко поиграем. Посмотрим, что нас ждет здесь. Так, набираем звездочки. Ой, смотрите, злой квадрат. На тебе, все. Так, котим бревно, катим. Вот аж сюда, все, пробираемся. Опа, здесь мы можем взять такую штучку. Перелететь, отлично. Так, уровень 17. Уровень 17, это очень замечательно. Потихонечку сейчас будем пробираться. Раз, два, три. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, ребята! Смотрите, какая штука, которая нас... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, хочет зарезать. Которая пилит лес, пилит дрова. Она с вами чуть не съела. Так, аккуратно. Так, ух, ну все. Прошли. Так, идем дальше. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, что у нас здесь? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, нам нужно, наверное, убить его, потому что он может нажать назад на кнопку, и тогда наша кнопка не сработает. Так, выскакиваем сюда, теперь сюда. Да, ребята, мы с вами это сделали, да. Вот так вот убиваем этого. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Там опять пилят лес. Ребята, пилится лес здесь. Значит, нам нужно быстренько бревно подставлять сюда и убегать от пилы, которая нас сейчас распилит. Фух. Фух, все. Шарик довольный. Как, впрочем, довольны и мы. Так, отлично. А, все, понял, они по очереди высовываются. Да что ж такое-то? Вот так, чекпоинт взяли. Ой, мостик такой, прыгаем аккуратненько. Да. Так, аккуратненько перепрыгиваем сюда. Это каратист, это квадратик-каратист какой-то, которого я, наверное, не буду трогать, пускай сам с собой дерется. Ой-ой-ой, вон сюда. Короче, мне пока вот сюда вот. Тут закрыто пока что, так что давайте. Так, отлично, отлично. Отлично, так, и этого вот так вот убиваем. Сюда нажимаем на кнопку. А что, не нажал, что ли? А как правильно нажать на кнопку-то? Все. Так, на кнопку мы нажали. И добрались до следующего уровня. Ура! Так, уровень 20. Что нам здесь нужно делать? Здесь надо прыгать, только не так рано или не так поздно. Да, ребятки, да, мы с вами сделали. А ну, бревно. Да, ой-ой-ой-ой-ой-ой, упали назад. Ничего, сейчас мы ситуацию эту поправим. Все, так, теперь назад. Бревно убило нам квадратика. Теперь давайте это бревно перекатим. Только куда, я не понимаю, куда его катить-то? Оно же может меня прибить в буквальном смысле этого слова. Давай. Странно. А зачем оно мне вообще нужно? Давайте посмотрим. Ага, там каратист. Нужно, короче, его вытолкать сюда, это бревно. Только как это сделать, я, увы, не знаю.
Так что давайте с вами вдвоем подумаем. Ой-ой-ой-ой-ой, да, ребята, да, мы с вами это сделали. Наконец-то. О, все, убили мы каратиста. Так, тихо-тихо-тихо, шарик, аккуратно. Да, все, так, тут жмем на кнопочку. И у нас вытащилась такая штучка. Ох, все. Так, квадратик этого нехорошего убиваем и идем дальше. Супер, отлично. Так, у нас здесь внизу звездочка и каратист. Мы вот так вот перепрыгиваем. Ой-ой-ой-ой, там каратист серьезный. А, там закрыто, ребятки. Ах, чуть меня не задел. Вон каратист никого не щадит, сразу всех съедает. Да, ура. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хорошо, что мы взяли чекпоинт. Чуть-чуть не попали на жизни. Так. А что эти звездочки? А мы уже их не возьмем. Нужно было сразу напрыгать на них. Да, ну да. Вот так вот, нехорошего сразу мы. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот так вот второго. Отлично. Так, перепрыгиваем каратиста. Так, кнопочку нажать обязательно надо. Все, видите, она на время нажалась. И сразу же нужно бежать. Быстро это все делать. Так, эту штуку, я так понял, сюда. Теперь ее, наверное, сюда. Все. Вот мы и порешили. Ой-ой-ой, там так высоко. Вот кнопка, ребят. И тут еще нужно нажать нам, чтобы нас не распилил пила. Не распилила нас. Так, уровень 23. Отлично. Мы дошли до 23 уровня с вами, дорогие мои друзья. Так, а что там на время вылезло только что? Ха, странно. А как сделать, чтобы не на время? У меня же здесь нету ничего. А, мне нужно держать. Да, успел, хух. Ура, ребятки, успели. Так, забираем эти звездочки. А, там кнопку забыл нажать, так что давайте вернемся и нажмем эту кнопочку. Отлично. А, ребята, я ее не нажал до конца. Теперь нужно быстрее. Быстрее, потому что сейчас опустятся ворота. Давай. Фух. Да. Так. Теперь так, каратист, уходим от каратиста. Уходим от каратиста злого. Прыгаем сюда. А здесь прыгаем. А, уже да. Вот так вот. Теперь вот так вот. Теперь вот так вот. Ой-ой-ой-ой. Да, ребятки, мы прошли с вами этот замечательный уровень. Ой, тихо-тихо, каратист. Так, тихонечко смотрим. Так, квадратика вот этого надо, наверное, убить все-таки. Опа! Опа! Да. Мы это сделали. Так, теперь нам нужно обойти вот эту пилу, которая пилит здесь. Опять нужно слезать вниз. Да что ж такое-то?
Да что ж такое? Пила, давай быстрее едь туда-сюда и... И я поехал. Я хочу взять звездочку. Да. И я ее все-таки взял. Так. Теперь прыгаем сюда. На мостик. Ой-ой-ой, какой. Подвесной мост! Ой-ой-ой, ребятки, я... проиграл. И опять утопился. Ай-яй-яй. Так, аккуратно. Раз. Два. Отлично. Три. Четыре. Супер. Просто супер. Так, каратист нам помог. Это очень хорошо. Все, супер. Шарик довольный у нас. Так, теперь сюда. И вот так вот прыгаем. Раз. Сюда. Так, теперь нам нужно для того, чтобы перепрыгнуть туда, на последнюю статью сделать. Так вот сделать. Здесь аккуратненько не попасться в руки квадратику, а сразу же его уничтожить. Так. Берем. Так, что-то я не понял-то. Мне нужно вот тут вот выровнять. А что мы сюда поставим, чтобы у нас прокатился? Он же все равно не прокатится-то. Странно. Разве что нужно было быстрее бежать вот так вот. Сейчас докатится он? О, я думаю, да. Так что давайте вот здесь вот встанем. И пускай бревнышко катится себе. И как раз нажмет на кнопку и откроет мне ворота. Я так думаю. Или самому нужно? Нет. Бревнышко с... А, нет. Нужно идти самому помогать бревну. Нажать на кнопку. Все. Отлично. Поехали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Успели. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Поспешили. Буль-буль-буль-буль-буль. Поспешили с вами. Ну ничего. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Опять поспешили. Отлично. Просто отлично. Я думал, нора. Попаду в нору. Ой-ой-ой-ой, тут каратист. А как же мне выскочить туда? Я же не достану туда. А, здесь специально этот стоит, чтобы я, наверное, на него вскочил. А, нет. Странно. Вон они с норы выходят и выходят, смотри. А я не могу.
Значит, мы что-то неправильно сделали. Давайте посмотрим, что мы не так сделали. Я в любом случае не смогу опуститься. Странно. Ой, ребята, я, кажется, понял. Нужно нам с помощью каратиста нажать на эту кнопку. Только вот как это сделать, мы еще пока не придумали. Но сейчас посмотрим. Да, ребята, мы с вами нажали на эту кнопочку и открылись ворота. Ура! Так, уровень 27. Уже все намного серьезней. Так, ребята, там, где кнопочка, там и опасность большая. Видите, я только попадаю на эту штуку, сразу все меня распиливает. Буквально на части. Так, аккуратненько. Фух. Ну, вроде все. Давайте убьем этого злого квадратика нехорошего. И продаю. Ой-ой-ой, тут два каратиста. Нужно их по очереди, что ли, убить, что ли? Да, ребята, их нужно по очереди убить. Ах, опять заново. Ну ничего, давайте. Тихонько. Да, ребятки, мы сделали с вами это. Так, аккуратненько. Так, а здесь что? Здесь убиваем нехорошего квадратика. А здесь такие штуки, которые по очереди высуваются. Ай-яй-яй-яй, не успел. Да что ж такое? Ну ничего, сейчас, думаю, успею точно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, опять немножко не успели. Ура, ребята, ура, 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 ура. Так, уровень 28. Так, тихонько, тихонько, тихонечко. Как всегда, хотел собрать все звездочки, а получилось наоборот, только хуже. Ну да что ж такое-то? Никак не могу выпрыгнуть. Тихонечко, красный шарик. Все, на кнопку мы нажали. Тихо-тихо. Фух, как это было страшно, ребята. Думал, опять упаду. Фух. Так, берем чекпоинт. Так, тихо-тихо, тут каратист у нас. Да что ж такое, два раза под каратистом попал. Так, все, давайте. Ой-ой-ой-ой-ой, понял. Уже понял, что неправильно. Давайте специально проиграем. Тоже чуть-чуть неправильно мы сделали. Так, теперь вот так вот. Теперь, думаю, сделаем правильно. Нужно было сначала переправить, наверное, да. Самому не нужно прыгать с этим, с бревном вместе. Сначала бревно нужно отправлять. Тихо-тихо-тихо. Стой. Давайте отправим бревно. Как так-то? Оно просто укатилось. Да что ж такое? Как жить? Скажите мне. Ребята. Так, давайте просто мы с вами, наверное, сделаем
пару тренировочных. Да что ж такое? Пару тренировочных таких штук, которые помогут нам это сделать. Нет, без меня он начинает падать. Так что мне нужно в любом случае вместе с бревном туда становиться, ребятушки. Нет. Ну что ж такое? Как быть? Ничего, мы с вами все-таки его туда обязательно затолкаем. Обязательно. Чересчур быстро. Ну, бывает такое. Зато теперь я понял, как это делать. Главное успеть. Да что ж так тяжело-то? Так, давайте мне назад. Кошмар просто. Это же детская игрушка, а вы так делаете. Несправедливо. Да что ж такое? Бум-бум-бум-бум. Упал, да? Не долетел буквально полметра. Ну что ж такое-то? Несправедливо это, ребята, несправедливо. Он долетел, а я нет, вы видели? Бывает и так, да, ребята? Да что ж ты будешь делать? Вот как можно так упасть? Я просто вот просто не представляю. Хорошо, дам я вперед, он упадет вперед. Ну что ж такое? А почему так сложно? Нельзя нормально вот придумать. Это же ребеночек играет, а играть будет. В такую сложную, просто огромную сложную игру, ребята, у меня уже... Я уже начинаю просто беситься, потому что... Реально, очень тяжело пройти эту игру. Очень. Я не знаю, кому с первого раза удавалось пройти этот уровень. Пишите в комментариях, потому что мне... Или у меня сейчас такое настроение. Мне что-то вообще никак не могу. Ничего. Так, здесь мы перепрыгнули наконец-то. И этот уровень завершен. Отлично, уровень 29 у нас идет. Так. Нажимаем здесь на кнопочку. Я так понял, нам нужно тогда держать здесь или что-то еще. Где мы это? Ребят, я что-то не понял-то. Как мне? А, все. Все. А как же нам теперь выпрыгнуть сюда? Мы-то нажали. Мы-то нажмем. А, все, понял. Нам нужно его раскатить. И пускай он катится себе. А самим нужно выпрыгнуть туда. Поняли, ребят?
только как нам выпрыгнуть туда, но я просто не могу понять. Не могу и все. Так, мы сейчас посмотрим. Да что ж так неудобно-то? Так, аккуратненько. Прыгаем сюда. И сейчас нам откроется дверька. Да, ребятки, мы с вами сделали это. Так, забираем звездочки и аккуратненько убегаем, убегаем, уходим. Так, здесь вот тоже нужно очень быть аккуратным и бдительным. А что же мне нужно было держать, что ли? А, все, понял. Понял, как мне нужно. Мне нужно аж наверх. А я просто не увидел. Все, теперь верхнюю кнопку нажимаем, и нижняя дверка открывается для нас, да. Так, отлично. Ой-ой-ой. Ах, как всегда. Какой-то каратист нас все-таки да и съест. Так, он здесь нужен нам для того, я так понял, чтобы выскочить наверх, потому что без него мы не просто наверх не вылезем. Эх. Да что ж такое, я же вроде прыгаю на него. А я. Все равно, ребят, я не могу выше. Опа, да, ребята, я выпрыгнул наверх. Босс, ребята, нас ждет босс здесь. Вы готовы к боссу? Ну что ж, поехали. Ребята, опять тот же, что был в прошлый раз. Он делает просто вот такие вещи. Просто хочет меня распилить, ребята. Посмотрите, какой он злой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Скачет прямо сюда. Устал. Оп, пока он устал, мы будем пользоваться моментом и будем стараться убить. Уже два меня распилили, потому что уже два, ребята, уже два лесопила. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, две пилы. Представляете, один раз я попадаю на пилу, и все, конец мне. Так, делаем вот так вот. Так, теперь прыгаем вот так вот. Так, теперь, когда он будет прыгать, мы будем ждать. Раз, два, три. Так, вот так вот. Вот так вот. Раз, и еще здесь у нас будет пила сейчас. Опа! Раз, вот так вот назад. И вот так вот сюда назад. Отлично. Отлично. Так, теперь она опять скачет. Ребят, давайте думать, когда прыгать. Вот так вот. Вот так вот. Да, ребята, три жизни уже у него мы забрали. Так, теперь я так понял, будет очень много пил. Наверное, будет три или... А нет, будет две, но они немножко не так ходят. Так, опять он будет на нас прыгать. Раз, два, три. Давайте, давайте, вот так вот. Ой-ой-ой-ой-ой. А теперь... А я думал, опять пилы будут, а теперь пошли каратисты. Каратисты, не хочу. Ой-ой-ой-ой, ребята. Нечаянно напоролся на него опять. Так, ну хорошо, что мы... Не с самого начала, да что ж такое-то. Давай, пускай у нас уже убьет, а пускай будет три жизни, потому что с одной жизнью я просто не вырулю. Да что ж такое опять? Не сработала клавиша, давайте заново. Так, отходим сюда. Ой, я так понял, он просто куда я встану, туда он и упадет. Все, понял, теперь я буду более внимательный. Так, хорошо, вот я. А я вот так вот. Вот так вот.
А я вот... Сейчас. Ой-ой-ой-ой. А я вот так вот. А мы вот так вот. Ой-ой-ой-ой-ой, опять неудачно. Тихонько. Я вашего папку вместе с вами одолею здесь. Ой, тихо-тихо. Ой-ой-ой-ой. Так, опять каратист нам попался, ребята. Раз. Ай-яй-яй-яй-яй. Да что ж такое? Вроде скакаешь на него, но... Все настолько сложно. Ребята, кто проходил этого босса с первого раза? Ответьте мне, пожалуйста. О! Ой-ой-ой-ой-ой. Не успел. Ну что ж. Будем ждать. Раз, два, три, четыре. Когда ты уже устанешь? Ой-ой-ой-ой. У него осталась одна жизнь, ребятки. Ой-ой-ой, тихо-тихо. Ребята, кто прошел этот уровень с первого раза? Пожалуйста, ответьте в комментариях, как вы это сделали. Это же просто нереально. Ура, ребята, мы с вами уничтожили его. Супер. Ну что ж, дорогие друзья. Подписываемся на мой канал, ставим пальцы вверх. Будем продолжать в следующий раз играть на мрачной фабрике. Будет 31 уровень. Ну что ж, дорогие друзья, до встречи!